Хороший матч получился, боевой, да. Обе команды физически видно, что хорошо готовы. Вот, но опять же отмечу наше меньшинство, ребята пластались, Солодухин там в овертайме поймал 3 шайбы. Так что при получении большинства мы не могли подвести, в том числе и Славу. Вот Солодухин как раз-таки несколько бросков на себя принял. Так важно было победить именно здесь, на предсезонном турнире в Уфе? Каждую игру охота выиграть. Конечно, лучше в сезоне побеждать, но все равно каждую игру, что несмотря на то, что предсезонка, охота выиграть. Ну и гол в большинстве, вот это в дополнительное время, как его прокомментируешь, Антон? Ну никак, хорошо, дали, бросил, попал.